С вами маг и чародей Антон Чалей. И мы с вами поиграем в Mortal Kombat 10. Вы готовы? Тогда начинаем. Ни хрена себе, там летают всякие демоны. Вот это да. Один из этих демонов, наверное, на Ферамира свалился. Ну ни хрена себе, чувак. Ощущение, как будто я просто фильмец смотрю. Не играю ни хера в игру. Ни хрена себе. Блин, это что? Это что такое? Твою мать! Я думал, я смотрю просто кинцо такое. Ай-яй-яй! Я не думал, что я вообще участвую во всем в этом. Ну ни хрена себе, на о! Ну капец. Так. Так, давай, давай, давай! Давай, давай! Я смогу! Давай, давай! Не смог. Вот это было неожиданно. Я, блин, не ожидал, что так все начнется. Так, ну, блин, нормально мы драться начнем-то или не начнем? Нифига себе начался бой. Ну, нифига себе, блин. Так, о, блин, мы за Джонни Кейджа. Просто божим всякими комбо. Чисто главное, главная тактика это Mortal Kombat. Просто бить и все. По всем клавишам. Я примерно так и сделал. Вы видели? Я, походу, по его этим шарикам ударил. Так, у нас еще один раунд. Не расслабляйся, чувак. Но мы нормально справляемся, с учетом того, что мы просто клацаем рандомно по всем клавишам. Он нас так любезно ждет, ничего не делает пока что. У нас есть шанс победить. Ой, нет, нет. Нет, 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 нет. Чувак, не надо нас бить. Ну ладно. Еще один какой-то мудак, смотрите, блин. Нас охлаждает. Ни хрена себе, блин. Но против лома нет приема, блин. В курсе ты, чувак? Фу, блин. Холодновато, неприятно. Иди, блин, работай. В автомат для колы. Ни хрена себе он нас заморозил. Нам нужно что-то клево делать. Во, на, держи. Капец, он нас бьет. Почему они какие-то сильные? Как будто у нас сразу хардкор какой-то левел. Большая вероятность, что я тут сдохну, конечно. Что тут за трешняк вообще у вас творится? О, вот это да! Прикиньте, это мы делаем. Вот это да! Как же круто! Ни хрена себе! Странно, прикиньте, я ему как бы черепушку вроде разбил, а ему как-то пофиг. Смотрите, у него даже жизни немного как-то отобрало. О, я завис в воздухе, он сам охренел. Как он это так сделал? Что ты морозишь тут много? Ну нифига себе, блин, чувак! Ну ни хрена себе там, блин, буддийских монахов поедают какие-то хрени. Блин, демонов там много, а они вдвоем-то. Ну вот и я сижу тут как бы, но я им чем помогу? Ничем не помогу. Капец, нифига себе он бьется. Да ты охренел что ли? Вон, мы будем вот так вот бить. Фига себе, какой лысый фиолетовый мужик сильный. Прям вообще даже не знаю, что ему сделать. Ай-яй-яй, как же он нас бьет? Держит такой. Блин, дать тебе, не дать. О, ну наконец-то, хоть что-то выбросили. Опять челюсть ему ломил. Так, нифига себе, все, побеждаю. О, как я это сделал? Давай побольше таких моментов. Вот так вот мы будем тебя все время бить, походу, теперь. Просто больше ничего другого не знаю. Оп. То чувство, когда ты в Mortal Kombat знаешь одно комбо. И у тебя есть тактика, чтобы его все время выкидывать. Так. Все, опять ему фиганем. Берем, делаем захват. Делаем захват. Так, так. Держи, блин. Блин, ну нифига себе, почему он одним ударом коленом он забирает у нас намного больше, чем мы. Все, блин. Это же щенок, походу, смотрите. Блин, я не понимаю, если ты бог, чувак, если ты такой охеренный бог, почему я такой смертный с тобой вообще дерусь? Так, у нас есть тактика. У нас есть тактика, у тебя ее нету. Поэтому мы должны выиграть. Мы будем вот так вот бить. И все. Мы не умеем так клево пускать фейерверки, как ты. Во, красиво спору нет, но, блин, что-то у нас жизнь как-то немного отнимается от этого. Все. Нам пофиг, что ты бог. Мы тебе челюсть выломаем и череп сломаем. Попей водички. Имидж ничто. Жажда все. Не дай себе засохнуть. Блин, ай-яй-яй-яй-яй, какие же
красивые фейерверки. То чувство, когда тебя побеждает какой-то щенок. О, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Чувак, ну что ты подходишь? Не подходи ко мне. Блин. О, мы победили. Обычный чувак выиграл какого-то бога. У нас что, еще одна схватка, что ли? Мы светимся каким-то охеренным зеленым светом. Все. Да-да. Щенка убили. Ну, точнее, может, и не убили. Засосали, походу, его в амулет. Все. Игра, конечно, хардкорная, но интересная. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это влог фокусника, снизу это геймвлог, плейлист, там все игры. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока.